Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстун, и знаете, судя по комментариям, я заметил, что многие не понимают, как работает навык цепи в игре Guardian Tales, поэтому решил снять небольшое такое гайдовое проясняющее видео. Первое, что стоит сказать, чтобы навык цепи у вашего героя появился, вам нужно зайти в его пробуждение и полностью открыть ему самый первый кружок, то есть вы его открываете и... изучаете, вот именно это самое первое изучение дает вам возможность навык цепи этого героя использовать. И чтобы лучше понять, как работает навык цепи в Guardian Tales, нам поможет вот эта вот кнопочка навык цепи в подборе команды. У меня сейчас пачка с абсолютно работающим навыком цепи. Здесь надо еще главное правильно подобрать того героя, который у вас будет главным. То есть, смотрите, вот у меня сейчас Лан. И когда вы применяете особый навык своего оружия, вот здесь вот на оружии написано, в какое состояние будет вергнут ваш противник. То есть в данном случае я вешаю на врага дебаф в воздухе, то есть авиа, и потом смогу применять навыки цепи, которые могут быть использованы только на враге, на котором в данный момент повешен дебаф в воздухе, то есть авиа. Смотрите, как это работает. Вот, допустим, я закинул на врага вот этот дебаф авиа. Далее я могу на нем применить скилл либо Лан, либо Юджин, потому что у них навык цепи начинается вот именно с этого значка, да. Либо мы можем применить Аобу, потому что вот этот значок означает, что ее особую способность мы можем применить на враге с абсолютно любым дебафом. Далее, смотрите, предположим, я применяю на враге скилл Лан, когда он находится вот в этом состоянии авиа. Скилл Лан тут же после применения приведет врага в состояние ранен. И мне нужно будет использовать следующего героя, который вешает, ну, может использовать свой скилл на врага в состоянии вот в этом ранен. Это в моем данном конкретном случае Тинья. Тинья использует свой скилл и снова переведет врага в состояние авиа. И тут я смогу использовать либо Аобу, но если я буду использовать Аобу, то я приведу врага в состояние сбит, и у меня на этом моя цепь закончится, потому что у меня нету ни одного скилла, который начинался бы с состояния сбит. То есть здесь бы там, допустим, подошел бы вот этот герой, я могу поставить, или вот этого. Но в данном моем конкретном случае у меня Юджин, поэтому мне нужно Аобу использовать самым последним героем, потому что ее навык, ну как бы, мне никому не подойдет. Вот этот вот сбит, у меня ничей навык цепи с навыка сбит не начинается, поэтому в моей конкретной пачке Аоба должна быть последней. То есть, вот как бы, ребята, для понимания, если бы я, допустим, использовал какого-нибудь героя или, допустим, какое-нибудь оружие, которое именно имеет эффект сбит, вот, допустим, если бы я использовал вот эти когти, я даже давайте вот сейчас просто продемонстрирую вам это на практике в нашем клан-холле. Вот, ребят, смотрите. То, о чем я говорил, сейчас мы делаем наглядно. Я применяю свой скилл, потом запускаю Лан, потом запускаю Тинью, потом запускаю Юджин и потом в конце запускаю Аобу. Отлично, навык цепи у нас сработал. Теперь я, допустим, хочу все поменять, да? И я выбираю нашему главному герою когти, который изначально приводит врага в состояние сбит. Если я сделаю таким образом, у меня навык цепи абсолютно не будет работать, потому что у меня нету ни одного героя. А, у нас есть только Аоба, который наплевать, какой я навык применил, она в любом случае сработает, но после Аобы я уже никого применить больше не смогу. Смотрите, мы применяем, все, применяем Аобу, и все, наш навык цепи закончился. То есть ничего не работает. Надеюсь, я понятно, доступно объяснил. И к тому же, вот эти навыки цепи, их можно использовать очень эффективно, когда враг входит в какое-то состояние, неважно, это авиа, это сбит, это ранен, он несколько секунд ничего не может сделать. И эту фишку можно использовать, чтобы максимально долго удерживать боссов, ну, в общем, живучих врагов, в таком состоянии, когда они ничего вам не могут сделать. Поэтому, когда вы запускаете навыки цепочки один за другим, ну, вот смотрите, я, допустим, применил Лан, враг там
полторы секунды ничего не может сделать. Я могу тут же применить навык Тини, но желательно выждать и вот в последний момент запустить навык Тини. Потом выждать, в последний момент запустить навык Юджин. Выждать, в последний момент запустить навык Аобы. Таким образом, мы максимально долго растягиваем врага в неподвижном состоянии. И, ну, как бы это работает. Это очень легко помогает справляться с многими боссами, максимально чувствуя себя комфортно. Давайте я вам даже сейчас продемонстрирую, как это работает на примере вот сейчас нашего рейд-босса. Допустим, да, отправимся сюда. И там, кстати, ребята, есть еще такая фишка в том, что если вы растягиваете применение ваших навыков цепей, то до того, как у вас вся цепь закончится, у вас навык основного оружия еще успевает откатиться. Потому что, видите, я ему только сейчас на 47% привел в состояние авиа. То есть сразу навыки цепей применять не получится. Вот сейчас 95%. Сейчас, когда будет 100%, мы уже сможем нормально применять наши навыки. Блин, нам убили Юджин. Очень плохо, я не смогу вам нормальную цепочку показать. Смогу только без Юджин. Ну, теперь вырубаем Аобу. Но иногда бывает, на некоторых врагах ваши навыки заряжаются гораздо быстрее. И там может получаться даже такая ситуация, что... Вот, видите, выжидаем. Вот, когда минутка остается. Сейчас все равно уже все закончится. Очень жалко, что слишком быстро убили нам Юджин. Так бы я значительно больше успел урона нанести. И так бы у нас работал полный навык цепи из 4 героев. А так у нас получался только из 3 героев. Но фишка в том, что, вот смотрите, вы применяете... Сейчас я вам даже покажу. На манекене покажу. Или даже, знаете, да, я знаю, я сейчас мучаю 40-й этаж башни Хевенхолда. Вот там я этот навык цепи особенно видно, как хорошо работает. Вот, ребят, здесь очень жесткий босс. Он убивает тупо с одного удара, но если вы его долго продержите в навыке цепи, вот так вот, на последних секундах его активируя, то вы даже успеваете еще раз использовать скилл оружия. И вы просто успеваете босса почти полностью убить за один прокаст, не выпуская его из вот этого вот оглушения. Но вот это, ребят, то, что я вам рассказывал про навык цепи, сейчас относилось именно к битве с боссами. На самом деле есть некоторые трюки, которые вы можете применять, когда вы уже деретесь не с боссами, а с простыми юнитами, и вам, допустим, нужен периодичный подхил. И в этом случае вам нету смысла использовать вот именно навык цепи вот так растянуто, потому что когда вы деретесь против большого количества мелких врагов, вы просто не успеете вот так долго использовать применять навык цепи, потому что та цель, ну, на которой вы активируете навык, она очень быстро помрет. И тут вам выгодно, наоборот, быстро применять свои навыки. И, кстати, навык цепи вы можете даже, чтобы он работал, применять не обязательно по порядку, потому что здесь в игре есть возможность быстро применить два навыка за раз. То есть, допустим, я привожу врага своим главным героем в состояние авиа, а потом я могу сначала применить, допустим, Аобу. Она, по идее, приведет врага в состояние сбитой цепочка навыка должна была бы закончиться, но еще до того, как она свой скилл заюзала, мы можем тут же следом, пока на враге еще висит состояние авиа, использовать скилл лан. И тогда получится, что Аоба кастанет первый, но тут же после нее прилетит скилл лана, и враг придет в состояние ранен, и дальше мы уже пойдем по нашей цепочке. Допустим, вот как-то так. То есть, видите, ребят, вот эта вот фишка с быстрым применением навыка одного героя после другого, она вам может помочь. Если у вас даже не получается вот такая вот прямо правильная цепочка навыков, как у меня, да, когда, ну, вы можете прям растянуть ее надолго, но вы все равно можете применять свои навыки, даже если у вас в цепочке будут какие-то персонажи, которые абсолютно туда не подходят. Ну, вы можете их просто быстро два навыка применять одновременно и таким образом включать в вашу цепь того героя, который там вроде как быть не должен. Аобу и тут же лан используем. И это работает.
Вот, мы опять сделали цепочку, но при этом начали с того героя, на котором вроде как бы цепочка должна была бы заканчиваться. Эту фишку вы, в общем, можете использовать, чтобы вплести в вашу цепь навыков того героя, который там вроде бы вообще не подходит, или же просто чтобы использовать навыки в нужном вам порядке, чтобы там хил пораньше получить и так далее. Также, наверное, стоит сказать, что когда у вас уже будут все герои 5 звезд в команде, если у вас из 4 либо 3 ближних героя ближнего боя, либо 3 героя дальнего боя, у вас откроется еще возможность использовать суператаку, которая наносит очень много урона и помогает справляться с боссами. Ну, вот вроде, ребята, все рассказал, что знаю, надеюсь, доступно, понятно, и если вы раньше не понимали, как работает навык цепи, вам это поможет. А у меня на этом все, спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!